Привет! Я продолжу говорить о японской философии. Произошло утверждение в Японии эзотерического буддизма Кукаю. Он был основателем школы Сингон, Сингон-сю, и значительное влияние обрела школа Тендай, Тендай-сю. Итак, поясняю. Кукай – море пустоты, крупный религиозный, культурный и общественный деятель Японии начала эпохи Хэйан, основатель буддийской школы Сингон, Сингон-сю, носитель титула Кобо-дайси, великий учитель, распространитель дхармы, вместе с Сайтё, основателем японской буддийской школы Тендай, Тендай-сю, возглавлял процесс перехода от буддизма Нара к буддизму Хэйан, принеся из танского Китая учение буддийской тантры Миккё, известен как мастер каллиграфии, признан одним из трех величайших каллиграфов своей эпохи. Сингон, Сингон-сю – школа мантры, одна из основных буддийских школ Японии, принадлежащая направлению ваджраяны. Слово «сингон» означает «истинное правильное слово» или «мантра», молитвенная формула. Школа возникла в период Хэйан, основатель школы – монах Кукай. Тендай, Тендай-сю – одна из основных буддийских школ Японии, возникшая из одноименной китайской школы Тяньтай-цун, называется также школой лотосовой сутры. Обе школы отличались детальной разработкой новой метафизики, сильно ритуализированной эстетики, но в то же время акцент академического интереса был сделан на религии в гораздо большей степени, чем на философии. Мифология, магические ритуалы также играли большую роль в буддизме школы Сингон и школы Тендай и сыграли важную роль в дальнейшем развитии буддизма в Японии. Философия школы базируется на учении Махаяны о пустоте, объединяя философию Мадхьямики с учением о беспрепятственной возможности для всех живых существ стать Буддами или же о присутствии Будды, природы Будды в каждом живом существе. Учение Тендай комбинирует теории и практики многих школ, включая философские школы Дзен, Сингон и Кагон. Поясняю следующие понятия. Шуньята – пустота, центральное понятие буддийской школы Мадхьямака и всего махаянского буддизма, обозначающее отсутствие постоянного «я» у личности и самобытия у явлений, или отсутствие собственной природы вещей, феноменов, дхарм, ввиду их относительности, обусловленности и взаимозависимости. Мадхьямака или Мадхьямика – срединность, одно из двух основных наряду с Ягачарой философских направлений буддизма Махаяны. В центре почти всей полемики в буддийской антологии был вопрос о реальности дхарм. Две важнейшие идеи Тендай – доктрина в одном акте сознания, 3000 миров и концепция единого ума. Особенностью японской школы является также и частичное сочетание с тантрическими практиками. Школа Тендай рассматривала внутренние и внешние учения, под внутренним понималась тантра. В буддизме тантра – составная часть школы ваджраяны, связанная с практикой пограничных состояний, просветленных состояний, смерти, промежуточных состояний между смертью и следующим рождением. Тантра понимается как практика достижения окончательного результата, плода, состояния Будды. И доктрина в одном акте сознания 3000 миров и учение о едином уме тесно связаны с космологическими представлениями буддизма, прежде всего с воззрением, согласно которому каждый тип живых существ и его место пребывания могут рассматриваться двояко, как особый уровень развертывания сознания, как соответствующий ему мир. Таких миров традиция насчитывает 10, прежде всего это 6 миров сансарических существ, адов, голодных духов, животных, людей, титанов, асуров и божеств. К этим мирам сансары добавляются еще 4 мира благородных личностей, мир шраваков, братья Кабуд, Бодхисаттв и мир Будды. Каждый из этих миров присутствует в любом другом мире. Миры как бы проникают друг в друга. Мир адов присутствует в мире Будды, а значит, в природе Будды присуще не только добро, но и зло. Но также и мир Будды присутствует в адах. Умножение 10 на 10 дает 100 миров. Каждый мир рассматривается еще в трех отношениях, каждый из которых тоже получает статус особого мира. Мир существ – рассмотрение каждого мира в аспекте населяющих его существ. Мир пяти скандх – рассмотрение каждого мира в психологическом аспекте, как уровень развертывания сознания существ. Мир страна – рассмотрение каждого мира как вместилище живых существ. Умножение 10 миров на 3 дает 30 миров. Далее следует перемножение уже имевшихся 100 миров и полученных 30, что и дает число 3000.
3000 миров не только существуют объективно и содержат сознание живых существ, но они опираются на абсолютно единый ум, ум Будды. Каждый акт этого ума полагает эти миры целиком и полностью. В Лотосовой сутре Будда говорит, что только глупцы отождествляют его с Сиддхартхой Гаутамой, который обрел пробуждение под деревом Бодхи. Будда пробужден извечно, он никогда не рождается и никогда не умирает, поэтому Будда есть истинная сущность, подлинная реальность, как всей Вселенной в целом, так и каждого существа в отдельности. Все наделено изначально просветленной природой Будды. Школа Сингон концентрирует особое внимание на сутрах, которые происходят от Будды Махавайрачаны, Дайнити, Нёрай, Великое Солнце, которые представляют собой высшее тело Будды, Дхармака и высшую реальность. Наиболее почитаемые сутры Махавайрачаны – сутра о Великом Солнце, Махавайрачана сутра или Дайнити Кё и сутра об алмазном венце Кангё Тё Гё. Будда Шакьямуни в соответствии с подходом Махаяны интерпретируется как одна из многих манифестаций Махавайрачаны. Согласно трактату Кукая «Передача Дхармы», Бодхисаттва Ваджрасаттва получил учение непосредственно от Махавайрачаны и запечатал эти сутры в железной ступе в Южной Индии. А спустя 800 лет после Будды Шакьямуни Нагарджуна Рюдзю распечатал железную ступу и открыл сутры для людей. Медитация в Сингон представляет собой сложный процесс активности тела, речи и ума с использованием также мандалы мира алмаза, конгокай, мандалы мира чрева, Тайдзокай, созерцание полной луны, символ просветленного ума. Все это связано с разными манифестациями Будды Махавайрачаны. Кукай в своем сочинении Хидзохаяку, части сочинения Химитсу Мандара Дзюдзюсинрон, драгоценный ключ к тайной сокровищнице, дает следующую схему 10 стадий на пути к просветлению, характеризуя иерархию учений. Первая стадия – переход, определяемый влечением и желанием. Вторая стадия – ориентация на этику и культуру конфуцианства. Третья стадия – стремление к бессмертию или перерождению, даосизм. Четвертая стадия – знание об отсутствии «я». Пятая стадия – понимание теории взаимозависимого возникновения. Шестая стадия – сознание Махаяны, путь Бодхисаттвы, которые признали, что материальный мир – творение их собственного ума, они раскрывают единое сознание. Седьмая стадия – срединный путь, понимание своей нерожденности, Мадхьямагга, признающая неотличимость материи от пустоты, определяющая два уровня истины и определяющая способы познания пустоты. Восьмая стадия – понимание изначальной чистоты сознания. Девятая стадия – понимание изменчивости собственной природы. Десятая стадия – просветление как эзотерическое сознание. Кукай интерпретировал Будду как тело Дхармы, Дхармакая, Махавайрачана, который возвестил две сутры Сингон. Идентификация Махавайрачаны с телом Дхармы, то есть с высшей реальностью, была знаменательным шагом буддийской философии, так как тело Дхармы стало полностью трансцендентным. Все феномены Дхармы указывают на высшую реальность, то есть Махавайрачану, и в то же время являются выражением этой реальности. Достижение просветления означает реализацию сияющего сознания, наиболее тайного и святого. Кукай учил, что человек изначально способен благодаря милосердию Махавайрачаны, индивидуальной практике в йога-самадхи, здесь и сейчас почувствовать реальность, стать Махавайрачаной. В трактате «Разъяснение смысла утверждения стать Буддой в этом теле» Кукай объяснил свою трактовку Махавайрачаны как тело Дхармы, состоящей из шести изначально имеющихся первоначал. При этом оно имеет три составляющие, шесть великих элементов, четыре мандалы и три тайны. Эти составляющие соответствуют естеству, виду и действию тела Дхармы Махавайрачаны. Шесть великих элементов – это земля, вода, огонь, ветер или воздух, пространство и сознание. Они формируют всех Будд, все психические и физические миры. Четыре мандалы, согласно Кукаю, это Маха-мандала Вселенной, то есть Махавайрачана с точки зрения его физического продолжения, самая мандала – та же Вселенная с точки зрения присутствия намерения Махавайрачаны, Дхарма-мандала – та же Вселенная с точки зрения развертывания истинности Дхармы, карма мандала, та же вселенная с точки зрения активности кармы Махавайрачаны. Три тайны – это сверхрациональные действия тела, речи и ума Махавайрачаны.